Ну что, дорогие друзья, наконец-то свершилось то, о чем мечтали многие фанаты Sony PlayStation и поклонники марки Sony Ericsson. Два мира объединились, мир смартфонов Sony Ericsson и мир игровых консолей Sony PlayStation, в одном устройстве, которое сейчас лежит перед вами и которое называется Sony Ericsson Xperia Play. Итак, я имею честь показать вам это устройство и немного рассказать о нем. В первую очередь, это смартфон. Мощный смартфон от компании Sony Ericsson, построенный на платформе Android 2.3, то есть на последнем релизе от Android. И это смартфон, который умеет делать все необходимое, все, к чему мы с вами привыкли. Звонить, писать смс, лазить в интернет, устанавливать приложение с Android Market. Такой вот у него мультитач-экран. И, соответственно, все возможности современного смартфона. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это очень красивый предмет. Давайте посмотрим на его дизайн и сразу обратим внимание на то, что здесь вылазит игровая составляющая этого телефона. Качелька регулировки громкости, а рядом находятся два шифта, то есть две игровых клавиши, привычные нам по консолям PlayStation. На задней стороне аппарата мы видим с вами глазок фото-видеокамеры, это 5 мегапикселей с автофокусом. Здесь же у нас с вами вспышка и подсветка, второй микрофон. Вот здесь малозаметные прорези, это стереодинамики, потому что это игровой девайс и, соответственно, стереозвук ему просто необходим. Здесь мы видим с вами микро-USB, 3,5 мм выход для наушников. Сверху у нас кнопка включения и выключения телефона, ну а снизу у нас с вами здесь специальная выемка для того, чтобы открывать девайс. На лицевой панели 4 кнопки, в отличие от предыдущих аппаратов, традиционные 3 кнопки были заменены здесь на 4. Мы добавили кнопку поиск, что, в общем, для Android-телефонов не ново, но мы это используем впервые. Сверху над экраном мы видим с вами датчик освещенности и датчик приближения, соответственно, к уху. Экран 4 дюйма, что очень хорошо, и он прекрасно справляется с отображением визуальная информация, и для игр просто замечательно. Самое, конечно, приятное в этом аппарате – это геймпэд. Геймпэд, разработанный специалистами Sony, теми же людьми, которые делали все PlayStation и PlayStation Portable, эти же люди сделали для нашего Sony Ericsson Xperia Play вот этот вот геймпэд. Вы видите характерные кнопки, курсоры, кнопка меню, кнопка Select Start и вот эти две сенсорные площадки, которые отвечают у нас за перемещение игрового персонажа. Они выполняют ту же функцию, которую выполняют джойстики, вот такие пенечки на традиционном джойстике от Sony PlayStation. Ну и в качестве маленькой затравки хочу продемонстрировать вам одну из игр, которая будет предустановлена в этом телефоне, а именно игру Брюс Ли. Брюс Ли известный нам персонаж. Вот, выберем с вами какую-либо задачу. И на этой радостной ноте я хочу попрощаться с вами. Спасибо за внимание.